Привет, друзья! Меня зовут Николай, и мы сегодня приехали в Солнечногорское. Посмотреть, какое здесь море, прогуляться по небольшому поселочку. И заодно я вам покажу, где тут есть бесплатная парковочка и место для кемпинга. Давайте перейдем к просмотру. Ну что, друзья, смотрите, вот в той стороне, вот там вот, и есть сам вот этот поселочек Солнечногорское. А вот здесь вот открываются такие шикарнейшие виды на море. Можно полюбоваться, посмотреть. Здесь можно спуститься к морю. Это я вам чуть позже покажу, где спуск. А вообще мы начнем с парковочки. Вот здесь есть довольно-таки здоровая парковка и бесплатная. Здесь еще летом это место используется под кемпинг. Здесь очень много людей останавливаются с палатками, потому что здесь под елочками, в тенечке можно расположить палаточку, там под деревьями. И вот здесь видите такие асфальтные дорожечки. Возможно, здесь что-то раньше было, но сейчас здесь нету ничего. И вот здесь вот можно расположиться с палаточкой. Ну и помимо всего этого, здесь можно припарковать машинку и пойти к морю. Каким образом спуститься к морю? Вот тут недалеко совсем, вон там есть лестница, по которой можно спуститься к морю. Но это будет уже дикий пляж, ведь без каких-либо условий, там без кафешек и магазинчиков. Вот, друзья, лестница идет прямо с дороги вниз, и идет, и она придет прямо к морю. В той стороне находится Малореченская, в котором есть сырные скалы. И чуть дальше этих сырных скал, я надеюсь, видно, храм святителя Николая. Но про этот храм это уже совсем отдельная история. Вот, друзья, идет сама дорога. И вот тут вот поворот. Тут раньше, наверное, был когда-то шлагбаум. Ну, я же говорю, что это здесь было раньше, потому что здесь какие-то остатки строений. И их поразбивали уже. И здесь получилась просто здоровая, видите, какая здоровенная площадка, на которой можно остановиться. Ну, это если хотите спуститься туда к морю, где не будет мало людей. А сам пляж Солнечногорский, вот там. Мы сейчас туда обязательно проедем и посмотрим, в каком он состоянии. Там, где кафе и все остальное. А это именно место для палаточек. Вот мы еще сейчас чуть-чуть пройдемся по этой площадочке и посмотрим, какие красивые виды открываются с нее. Посмотрим на море. Смотрите, какая красота. Сам поселочек очень маленький. Ну, мест, если арендовать какой-то себе номерок, то там хватает, потому что эти места, здесь людей обычно мало. Все едут в Ялту или куда-нибудь в такие места. Здесь именно такой спокойный отдых. Еще с Солнечногорска проводят шикарные туры на джипах в сторону водопада Джурджур. У кого есть желание, можно взять джип и поехать. А можно и доехать на своей машине. Ссылочку я вам оставлю, как обычно, в подсказочках. И вы можете посмотреть, я там был, и там довольно-таки несложная дорога. Если у вас даже какой-нибудь седанчик низенький, то там можно доехать практически до самого водопада. Там все равно в любом случае идти пешком надо. И прогуляться можно по свежему воздуху и посмотреть на красивую природу. Так, друзья, вот эти вот джипы и стоят, джип-туры на водопад Джурджур. А мы сейчас пройдемся к морю. Вот здесь тоже такой песочек, камушки. Пляж довольно-таки широкий, море чистое, спокойное сегодня. Смотрите, какая благодать. Водичка чистенькая, чистенькая такая, хорошая. Ну, вода уже такая, более-менее нормальная. Уже, может, даже можно будет искупаться в следующий раз.
Так, друзья, пока мы сейчас прогуливаемся здесь по берегу. В общем, как классная вода, я вообще в шоке. Там, конечно, он уже маленькие медузки плавают. Ну, пока мы прогуливаемся, я вам расскажу про эти джип-туры. Цена этого джип-тура, чтобы арендовать машину, стоит 1500 рублей. Это, получается, вас везут туда и обратно. И плюс 2 часа погулять там в районе водопада Джуджур. Машин, кстати, там довольно-таки много, которые возят на водопад. Но можно доехать и до Генеральского, и оттуда тоже ездят машины, возят на Джуджур. Но я скажу, если доехать до Генеральского, то там уже совсем чуть-чуть и прогуляться. Там сделана шикарная дорожка, по которой идешь, гуляешь. Ну, вы, в принципе, можете видео посмотреть, у меня есть на канале. Там очень хорошая прогулочка по тенечку, по лесочку, по дорожечке. А вон человек уже, фух. Ой, мне аж холодно стало. Пойдемте мы к нему сейчас. Да. Не, наверное, ему тоже прохладно, что-то он немного подзамерз. Смотри. Так, друзья, вот мы шагаем дальше по набережной, по бережку. Здесь, как вы видите, чуть-чуть уже море начинает волноваться, уже волны чуть-чуть побольше. Вот тут видите домики такие, это все сдаются номера. Там столики всякие. А вот это русло реки Улу-Узень, которая идет с Генеральского. Можно сказать, аж от Джурджура она идет. И вот здесь она впадает в море. Только видите, она здесь впадает, видимо, сквозь песок. Так что, друзья, продвигаясь чуть дальше, мы тут уже нашли катамаранчики. Видимо, их здесь можно арендовать и поплавать по морю. Видите, здесь такие ступенечки поделаны. Это все вот эти отельчики, дома отдыха, входы. То есть, если, например, арендовать себе какой-то номерок здесь, то у вас прямо по ступенечкам и вы вышли на море. И шикарный пляж. Видите, здесь людей маловато. Люди вот там. И вот там еще люди. Потому что там ступенечки. Они по ступенечкам спустились и сразу на пляж. Это по ступенечкам с дороги. Ну, мы сейчас выйдем на ту дорогу. А пока мы прогуляемся и посмотрим, какие здесь понастроили домики для отдыха. Какой песочек. Какая благодать здесь. Так что, друзья, я вам говорю, мне тут очень нравится. Здесь всегда спокойно, красиво. В случае чего, можно поехать в горы. Ну, я-то, естественно, на своей машине поеду. А если у кого нету там внедорожника, то можно договориться. Там ребята на бобиках, которые могут помочь с этим вопросом. И не только, например, поехать на Джурджур. Ну и на Караби можно съездить, там договориться. И этот вопрос всегда решаем. Там мангальчик стоит во дворе. Видимо, там дают мангальчик шашлычок жарить. Это тут какое-то кафе интересное такое, смотрите. И вот так вот пляж тянется и тянется. Очень шикарно. Водичка какая, вы посмотрите. Так.
Здесь на кафе еще второй ярус есть. Ну, с первого получше, конечно. Тут будут какие-то ларечки с сувенирами. Жилье. Wi-Fi. Все дела. Винишко на разлив. Суши. Так что, друзья, здесь есть, в принципе, все, что пожелает душа для такого спокойного семейного отдыха. Но мы еще приедем обязательно летом, в самый пик, и посмотрим, что здесь происходит. Вот тут еще вот такие варианты номеров. Ну, тут номеров очень много. Жилье у моря, Wi-Fi. И это мы идем по шоссейной улице. Это и есть вот эта центральная улица, центральная дорога. Кстати, вот номер, если кому надо. Центральная улица, по которой можно и проехать туда дальше, в сторону Малореченского, в сторону Рыбачьего. И ехать до Судака можно дальше. Парковочка, конечно, здесь слабенько. С парковочкой слабенько, конечно. Парковочных мест очень мало. Не, ну если приехать просто так на денек, то, конечно, это проблемка здесь будет. А если приехать сюда и арендовать номера, то тут во дворах вот такие вот у многих есть хорошие площадки для парковочек, где можно припарковаться и оставить машину и спокойно себе отдыхать. Потому что здесь дорога узкая и висят знаки, что парковаться запрещено. А вот эта речка Улоузень, про которую я рассказывал, когда мы проходили по берегу моря. Очень похоже на такое село. Такое именно деревушечка. Так что, друзья, вот вам хорошее место для спокойного отдыха. Кому не нужны шумные компании, а просто нужно море и отдых. Естественно, здесь очень много всяких магазинчиков. Всякие есть кафешки. Чего тут только нету. Вот, друзья, вот эта речушечка, тут лягушки квакают. Надеюсь, слышно. И вот уже сразу море. Вот тут еще что-то тут арендуется, там джип сдается. Как я уже сказал, 1500 примерно стоит машина. Но это сейчас. Когда будет сезон, может быть, будет дороже, а может быть и нет. Это же Крым все-таки, тут неизвестно. Сегодня так, завтра все совсем по-другому. Ну, на нынешний день, конец мая, стоит 1500 машинка. Вот тут уже ну, это магазинчик здесь, он круглый год работает. Просто некоторые ларечки, они открываются только на сезон. А вот этот магазин, он работает круглый год. Все потихоньку расстраивается. Вот тут что-то строят в много этажей. Скоро тоже будет. И вот если кому надо ехать в сторону Генеральского, вот тут стоит указатель, который практически не видно. Видите, он тут в кустах спрятанный. 10 километров. Надо проехать до водопада Джур-Джур. Дорога до Генеральского идет хорошая. Вот как здесь, так и там идет асфальтная дорога. То есть доехать можно налегке. Так что вот, друзья, вот такие вот здесь парковочные места. Вот такие вот заездики для машин, чтобы оставлять их. Ну, как вы видите, их здесь очень мало. И поэтому
Проблемка с парковкой. Если что, не забывайте о той большой площадке, про которую я вам показывал в начале видео. Ну что, друзья, вот мы и прогулялись по Солнечногорску. Надеюсь, вам видео понравилось. Не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Вам хорошего и приятного отдыха. Спасибо вам огромное за просмотр. До новых встреч в новых видео. Всем пока, ребята!